И снова здравствуйте. Погоды нынче стоят самые что ни на есть зимние, со всеми зимними опциями. И я приехала порадовать себя, а может и вы проникнетесь этой эмоцией, в магазин «Обби». Не просто поглазеть на растения, а посмотреть, что же сейчас цветет. И бросились мне в глаза яркие полянки примулы. Не ожидала так рано встретить их, но они уже в продаже. Весной. Веет весной. Не такое еще многообразие в цвете, как перед 8 марта, но базовые цвета уже есть. Возьму в руки. Мне так хочется. Примулы в отличном состоянии. Листочек к листочку, цветочек к цветочку. Стоимость 129 рублей. Проливаем весеннее настроение гиацинтами. Их я чувствую задолго до. Аромат неописуемый. И сразу акция 69 рублей и забирайте весну домой. Герберы в этот раз тоже на высоте. Все одна к одной. Встречаются, конечно, кое-где отцветшие цветы, но в целом, как видите, выбрать есть из чего. Вот так будет выглядеть ваш выбор. Раскидистый куст с крупными листьями. Немного нижние потеряли в цвете, но, я думаю, все компенсируют бутоны, готовые вот-вот вытянуться и распуститься в очередные красивые цветы. Довольно-таки часто можно встретить цикламен персидский. Здесь он сидит в горшке диаметром 15 и стоит 429 рублей. Бегония латиор в этот раз с цветами такого нежного цвета. Яблочный, лимонный, персиковый. Сидит в горшках разного диаметра. Можно приобрести в горшке диаметром 15 за 399 рублей, повыше, попышнее. А поскромнее в диаметре 12 можно приобрести за 329 рублей. Розочки. Свежий, видимо, завоз. Многие цветки еще в полураскрытом состоянии. И выгодная цена, по мнению Обби, 353 рубля за горшочек диаметром 10. Цветок гипиаструма только раскрывается, и он прекрасен. Стоят несколько таких стрелок, их немного, в основном в горшке по одной стрелке, но встречается и такое. Взгляните, здесь будет еще один цветок. Порадует данный сорт продолжительным цветением, а сорт называется Royal Red. Кому красного много в одном цветке, есть сорт Exotic Striped. Этот полосатый точно разбавит красный. Ну и на сладенькое розовый или сорт Sweet Pink. Стоимость гипиаструмов 799 рублей. Конечно, были орхидеи фаленопсис с одним цветоносом за 799 рублей. В этот раз выбрать было из чего, но им я посвящу отдельное шот-видео. Так что следите за моим каналом.